Чуть-чуть. Так, я пока игру запущу. Игра. Какая же ты адская. Да. Первый раз подумаем, да ладно, это фигня. Аккумулятор как-то разгоняешь его, ни хрена себе. Так ты разгоняешься достаточно сильно. А как ты будешь разгоняться с захватом? Да. Захватом окна. Ты тоже разгоняешься довольно сильно. Да-да, привет всем, кто подтягивается. Угу. Еще минутку и начнем. Оп-оп. Драконий бред. Бред. Колени драконов. Это так она, по идее, называется. Ах. Адская игра. Ну, я понял. Надеюсь, не дойдет до совсем адского рейжа, на которого было, когда это первый раз проходил. Ну, у тебя давно таких серьезных рейджей не было. Хотя последний раз было, я помню. Да, просто там приватные стримы в последнее время. А, там у тебя был этот, на ультиме, я помню, потому что у меня наушники лежали далеко, работал, гравица поработала, и при этом я слышал, что ты негодуешь. Да, я негодую еще, на самом деле, больше, потому что она на YouTube отказывается выкладываться. А, я видел, конечно, да. Это я видел. Ладно, начинаем. Стрим будет не очень коротким. Итак, аркадная игра 89 года. Замечательная компания Arim, которая славится тем, что запиливает интересный геймплей, но портит его какой-нибудь хренью. Обычно это второй круг. Так. Да, здесь достаточно интересный геймплей. Настройки поставлены very easy, потому что на самом деле very easy в этой игре означает very hard, а very hard означает impossible hard, но на самом деле надо кое-что проверить. Потому что второй круг, вероятно, в теории может не отличаться на всех сложностях. Я пока дочитаю. Вся сложность именно во втором круге. И как бы первый это тоже непростой. Ну, короче, как вы видите, у нас есть дракон, который неуязвим. Уязвим у нас только наш персонаж. Игра Memorizing Shmup. Концентрация Memorizing тут, конечно, меньше, чем в некоторых других шмапах типа R-Type первого. Но все равно он тут есть в довольно большом количестве. Еще есть куча мест, которые просто адские. Без разницы, замаморазил ты их, не замаморазил. Уязвим у меня только главный герой. Так, если кто смотрит в Твиче, напишите чуваку, что если он смотрит в Твиче, чтобы он нормальное место переходил. Ну, на кибер. Ну, он скинули, да. Так, у меня есть чардж. Так, сейчас, да, я играю с турбокнопкой. С турбокнопкой это хоть немного попроще. Но разработчики все предусмотрели, чтобы одной турбокнопкой дело не ограничивалось. Поэтому кое-где придется рубать турбокнопку. Пользоваться чарджем. Но на первом круге не придется. Первый круг это так, подготовка. Если кибер отвалился, тоже надо
обновлять чертов сервер. Кнопочка. Да, справа сверху полоска, чтобы я видел, если вдруг что залагает. Я не перевариваю лаги в играх, известно, эмулятор. Где это не должно залагать? Итак, первый босс. Забыла, что ты делаешь. Что ты делаешь, чувак? Вон, ты уже умер. Но тут в Эризе явно сказывается. Запомните, как летят враги. Запомните, как быстро сдох босс. Так, босс что-то немножко неадекватствует. Да, хвостом можно дамажить. Запросто, абсолютно. Какое Diablo 2? Субботний стрим начинается рано, потому что с этой игрой все может быть очень-очень печально. Итак, внимательно запоминайте, как быстро дохнут эти идиоты. Вы потом увидите, как они будут дохнуть. Так, у этого дракона есть приятная вот такая опция, которая непонятно как делается, мать ее. Вот такая вот. Она может сворачиваться в кусок. Это. Алло. Алло, да. О, здоров. Привет. Замечательно, Ростелеком отвалил стрим, поэтому я его ресетну. Угу. Да, всем привет. Я ресетну стрим, потому что Ростелеком его. Не хочу склеивать мелкий кусок. Так, все, должно было заново пойти. Угу. Надеюсь, больше эти идиоты не отрубят мне инет. Никто не играет в эту игру, предупреждаю. Игра очень интересная, потому что механика оригинальная. Ну блин, со сложностью тут, конечно. Перебор. Виктор спрашивает, а будут уровни этим чуваком? Вроде бегает прикольно. Нет, нет, не будет. Снова наблюдает за первым уровнем. Но на первом круге я, конечно, где-нибудь сдохну. Как-нибудь тупо, но в первом круге фигня. Что будет на втором круге, это, конечно же, слов не хватает, чтобы писать. Проблема игр Atari в том, что у них второй круг сложнее первого в 30 раз примерно. Если, допустим, первый круг вот этой игры можно со второго раза все странно пройти там с одним контом, с нулем контов, то второй круг идет контов 30. Такая вот игра замечательная. Такая компания замечательная. Такая компания замечательная. Враги пока все. Обратите внимание, какие они дохлые. Как они быстро умирают. Да, чарж сильнее, чем максимальная турбокнопка, если что. Поэтому чарж пользоваться, в принципе, надо, но пока не имеет смысла, поэтому пока можно не напрягаться.
О, Никита, привет. Very easy, босс дохнет легко. На первом круге словно сказывается, да? Ну так. Кейма. Да, все привет подходит. Угу. О, привет, Гриш. Обратите внимание, как быстро дохнут эти мелкие идиоты. Вы не представляете, как они потом будут дохнуть. Ты же оба круга выйдешь, или один? Что? Конечно, оба. Ну, вот, посмотрим на втором круге, как все это будет выглядеть. Да, это будет выглядеть ужасно. Это первый уровень, где ты понимаешь, во что ты, куда ты попал. Так, вот это оружие синее, оно интересное, но пока не нужно, пока с этим хорошо. А зачем второй круг? Зачем? Чтобы быстро не показать от одной строчки. В топку быстро не бли. Тебе может быть и в топку, но тот же Fallout ты старался пройти на... Ну, одно дело старался, я как можно больше пытался захватить. Я же не показывал все квесты. Видимо, на это у тебя бы ушло бесконечное времени. Ага. На самом деле, там очень много концовок таких спорных. Ну ладно, я прохожу игры на быстрее, известно. Здесь он, к сожалению, есть. Как во всех играх Харим. Ну, почти во всех. Так. Комфортно, что он сейчас играется. Так, дипс вообще поставил, все как обычно. Да-да, смотрите, кто босс. Роджер из американского папаши. Ну серьезно, это Роджер из американского папаши. Да, папаши. Так. Неприятный босс, я на нем тупо сдох. Наплевать. Засиделся в диалоге с Брикманом бессмысленным. Это да. Так. Ничего страшного, лучше подохнуть прям будешь, чтобы войти. Сколько что будет на втором круге? На втором круге подыхать абсолютно точно придется. Подай давай. Я первый раз походил, что-то меня этот босс вообще не напряг. Теперь что-то он меня напрягает. Обратите внимание, что он делает. Стоит просто себе где-то сзади. Ненадолго уйду. Второй уровень пройден. Не знаю, зачем я решил эту игру второй раз проходить. Решил поставить, как она будет смотреться после хайспида. Замечательный спред. Что сложно в таких играх, когда у тебя какой-то большой персонаж, сложно свой хитбокс видеть. Это да. С непривычки. Не глядя на персонажа. Смерть, разумеется, тупая была, но не плевать. Все-таки с драконом интересная манипуляция, но... Да, механика вообще супер. Но, Айрим. Зачем вы посираете игры своими бесценными из одной строчки?
Зачем вы это делаете? Надо было оставить. Пока это все легко, пока первый круг. На уровне, по-моему, один чекпоинт на каждом. Вот это, соответственно, чекпоинт на этом уровне. Так, видите, как быстро дохнут сейчас змеи эти. Потом, видите, как они будут дохнуть на втором круге. Просто, зачем делать второй круг в 30 раз сложнее первого? Понимаю, в два раза. Просто после вторых кругов, кругов в этих играх, второй круг Макаймури вообще воспринимается как ничего. Просто. Ну, подумай, второй круг Макаймури. Блин, здесь реально в 30 раз сложнее. Следующий босс. Лекар пишет, что вообще зачастую быстрее не хуже, чем нормальные. Разработчики рассчитывают. Разработчик рассчитывает, что. Но больше... это не все, к сожалению. Это не весь босс. Теперь весь. Блин, у меня Twitch уже сдох. Ладно, читай чат. Я тогда вообще закрою браузер. Ладно. Ну, типа, Гектор пишет, что разрабы планировали, что на нормале пройдут игру, а бестендинг, типа, ну, на харде пройдут они, ладно, пишем строчку, типа, ну, молодцы. Да, что они планировали, уже никого не касается. Они запилили бестендинг, все. Они явно хотели, они же явно не просто так его запилили. Да. Тем более, у них во всех играх так, во всех играх харим такая тема. Практически, на SNES'е в Gens, ну, там, Hammer and Harry нет бестендинга. Всех играх твоей эпохи. А в кунг-фу они вообще 24 лупа запилили. Блин, я сейчас застрял. Я думал, я успею проскочить. А у меня дракон застрял на углу. Наплевать. Даже хорошо, что я сдохну сейчас. Четвертый уровень, это, по сути, еще одна монета же, да, у тебя? Да я можно, если бы я сейчас старался, можно было первый луп. Вот если бы я вот так не делал, не знаю, что сейчас хотел сделать. На первый луп можно и на одной монете. Пока что одна. Если бы я сейчас хотя бы старался, то, может быть, сейчас бы пошел. Но так как в этом нет никакого смысла. Наоборот, лучше поумирать, чтобы привыкать к рекавери. Так. Уровней всего 6. Видите, как они быстро дохнут? Видите, конечно. Дурацкое место. Дурацкое место, я сказал. Так, вот эти враги неприятные. Так, вот это дурацкое место. Особенно, если враг делает вот такую подлую хрень, как он сейчас сделал. Ладно, я дошел до чекпоинта, дошел, замечательно. Самое любимое оружие мое огонь, потому что оно мощное. Оно позволяет стрелять. И обычно выстрелом, и чуть ниже вторым выстрелом. Очень много врагов убиваются на помещение обоих выстрелов одновременно. По врагу. Так, тут неприятные желтые шарики, зеленые.
появляются. Так как неприятное место, я его каждый раз, когда проходил, проходил его как-то через жопу. Эй, брат. Так, невероятно неприятный босс. Просто до ужаса неприятный. Но турбокнопка мне должна помочь. Блин, почему? Я увидел босса справа почему-то, не слева. Там в Твиче жалуются, чтобы подняли Твич-трансляцию, а то скиберы не могут смотреть. Извините, у нас на Твич только стрим. Запакостный босс. Как я сейчас заметил его не с той стороны, где он был. Я видел, как этого босса проходил амкол без турбокнопки. Без турбокнопки он, конечно, мир запакостнее еще раз в 10, наверное, чем с турбокнопкой. Вообще трансляцию понять не можно. Почему на кибере это смотреть не могут? Не знаю. Напишите там, что нет возможности кривой стрим. Постоянно падает. Так, значит, в момент пропустил Гектор, и что, чувак спрыгивает с драконом? Может. Мерзопакостность этого босса заключается в том, он так прыгает, как хочет. Так, уже лучше, тысячу раз. А уже все. Опять же, это первый круг. Изи. Босс сдох быстро. В втором круге он так быстро не умрет. Ай, какой сейчас уровень будет. Вот этот первый уровень, который меня просто до истерики довел на втором круге. Он просто меня довел до истерики. Видите, короче, задник такой, что он, блин, еще те хрени, которые летят, они сливаются иногда с задником. Никол подтвердит, я так кучу раз сдох из-за того, что... Из-за того, что меня тупо слили, как сейчас. Ай. Тут есть маршрут на уровень. Он не то чтобы пиксельный маршрут, просто надо запомнить, когда там вылетают пачки снарядов и раздергивать их соответствующим образом перед их вылетом. Одну пачку вниз, другую вверх. Естественно, это надо запомнить сначала. Естественно, с момента, как я проходил эту игру, прошла уже недели или больше даже. Я уже все это забыл. Бля, ну почему ты остановился-то, а? Чертов ублюдок, ты должен был лететь. Странный у чувака провайдер. Он пишет, что у него только Twitch нормально работает, а остальные не хотят. Все с подгрузками. Блин, надо запоминать мне, как тут что летит. Меморайзинг в деле. Все, вроде. На втором круге придется, на втором круге это место просто ад. А второй чекпоинт какой-то замечательный. Вот этот, а нет, я еще не дошел до чекпоинта. Черт, я не то сделал. Смотрите, ко мне цепляются идиоты, которые меня тормозят. Мне нужно их скидывать. Оригинальная тема, да? А когда я разрушаю штуки, из них вылезает рандомный враг. Видишь, я... Ой-ой-ой-ой, не того я выбил. Совсем не того.
То есть, видишь, может вылезти дракон, например, другой. Что это такое? Ну, тут есть тактика. Этот чекпоинт мне гораздо больше нравится, чем предыдущий. Так, вот эти идиоты. Так, улетайте. Ой, 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 опасно было. Так, босс тоже интересный. Ой, неправильно, не так правильно. Ну, лети сюда. Смотрите, босс постепенно увеличивается. И что меня бесит, у меня еще есть таймер. Когда я проходил игру, последний босс я убил, когда у меня оставалось 4 секунды. Нифига. Так, неприятный. Неприятный идиот. Неприятный идиот. Качество глаз. Все, сделал. Так, последний уровень первого круга. Так, дошел я до чекпоинта. Дошел. На этом чекпоинте есть меморайзинг. На первом круге он не нужен, наверное. Но на втором без него никуда нельзя пройти, к сожалению. А вот last boss. Но пока что этот ублюдок не дамажится. Видите, вылетают медузы. Неприятный, как можно догадаться. Фух, как я сейчас выжил, я не знаю. Медуза, она, конечно. Блин, она затроллила в итоге. Появление медуз надо знать и убивать их заранее. Ладно, наплевать. Я сейчас спокойно все это убиваю.
я забыл, где первая Медуза появляется. Медуза появляется здесь. Вторая появляется здесь. Бля, слишком поздно она появляется. Третья появляется. Ай, уебищный камень, как ты там оказался? Ты должен был отскочить от меня. Как ты оказался внутри меня? Ай, замечательно. Кривое говно, номер один. Я толкаю камень. Камень толкнулся в начальный момент, а дальше я могу спокойно пролететь своей головой внутрь камня. Камень летит медленнее, чем мы. И мы можем залезть внутрь этого самого камня. Восхитите меня. Нож. Бадхёрд продолжается. Ну, еще даже не начинался. Ну, слава богу. Так, я пока... Так. Так, и осталась последняя медуза. Все, сейчас мы дойдем до лаз-босса, который... немного говняный. Дамажить надо этот шар, даунс. Охрань, которая слева стена, она отбивает мои атаки. Босс очень неприятный. Все, первый пройден. Катсцена. Дракон жертвует собой. Гектор, мочить нужно было шар, который сначала забирался в эту хрень, которая была справа, потом он вылазил, и в это время его валить нужно было. Если я стреляю в эту самую стену кристальную, она в меня отражает мою пулю. Бахамут. Legend неправильно написано. Легнет. Все, поколение драконов. Сдохло. Вот концовка. А вот приписка. Сила это, блять. Все, играем дальше, второй круг. Смотрите, нет, Вася. Какие жирные стали враги. Конечно, не очень видно. Ну нет, уже видно. Что тебе очень, очень сильно подступать вообще-то приходится. Нет, в бестендинге одна строчка такая подписана, по-моему, и все. А, в целом, в картинке ничего не меняется. Да, в картинке ничего не меняется. Классический айрон. А, блин, игра продолжается, а после она закончится. Игра написала, почему уровень 7. Она не писала уровень 1, она написала уровень 7. Понимаете, да? Смотрите, эти штуки, они просто бессмертные стали. Смотрите, как она стреляет. Мне кажется, что она стреляет очень быстро.
ты вообще кто такой? Надо очень четко следить за хитбоксом, чтобы ртом драконим все это говно отбивать и при этом можно быстрее убивать врагов, то есть желательно направлять на них по две атаки сразу. Так, первый босс. Помните, как он быстро сдох? Интересно, как он сдох на сейчас? Во-первых, как он стал стрелять? Смотрите на эти ракеты. Вообще, вы видели такую форму у этого босса? Нет, он уже к этому времени умирал, по-моему. Так, вот это очень плохо. Он в самом верху оказался. Надо его отогнать. Фух. Ну вы его, в общем, поняли, уже первый босс такой не подарок был. Теперь смотрите, помните этих идиотов, которые я сказал обратить на них внимание? Вот сейчас мы на них обратим внимание еще раз. Ну, уже, да, видно. Блин, а тебе эта мелочь вообще убивается или нет? Вот это первый чекпоинт, на котором понимаешь, куда ты попал. Угу, заметно. У меня бесит, как повырап. Убивает. Чуть тормазал хитбоксом. Все. Так, вот эта штука, если, блин, научиться управлять этой хренью. Ну, она... вот так вот, когда он сворачивается в шар. Смотри, сколько тут этого дерьма. Я не надеюсь, это чекпоинт. Пожалуйста, скажи, что это чекпоинт. Я не хочу больше в этом уровне. Нет, нет, умри. Умри, пожалуйста. Пожалуйста, умри. Пожалуйста, скажите, что я должен быть чекпоинта. Смотреть на этого врага. Привет, Денис. Пишет, что напоминает ему это последние коридоры в Guardian Dungeons. Кто тут будет босс-то? Роджер, что ли? А, ты видел, да? Роджера. Кое-как дожил до конца. Итак, Роджер. Роджера теперь надо двигать. Вот так вот, видите, да? Он стал подвижным. Да, Роджер стал подвижным. Причем, блин, вот это было опасно. Ладно, хотя бы. Нижний класс. Вот это чего он сейчас, сдох? Амкол, если ты смотришь, вот от чего он сейчас сдох?
Я не знаю, у меня есть предположение, что возможно у меня хвост за экран, за экраном опустился и типа с другой стороны экрана, но этого не видно было, он как-то его дамажил. Он пол пишет, что не знаю. Клёво. Привет, Омку. Короче, босс сдох. Привет, Денис. От чего-то. Хорошо, что сдох. Смотри, Денис, какой дизайн врага. Он правда тебе нравится? Он должен тебе понравиться. Сейчас мы... Так, ни в коем случае нельзя вот под этот спред вылезать. Потому что он неадекватный. Мне пишут, что нормальный дизайн, да, все каких-то веселеньких тестов пора. Питер Пен на драконе. Так, надо до чекпоинта добежать, вот он. Тут же всякие разницы там будут. Этот уровень такой. Что сейчас будет? О, что сейчас будет? А сейчас будет то, что я не могу эту змею убить так, как тогда убивал. А мне нужно обязательно чарджить. Блин, змея. Охренела. Нужно максимальным чарджем. Максимальным чарджем и еще пара выстрелов. Я не могу ее убить как раньше, поэтому все стало гораздо сложнее, надо еще пройти. Итак, Басинский. Так, тут важно не убить босса не в той точке. Что если убить босса не в той точке, все будет очень печально. Змея, вторая форма вылезет очень неудачно. Ой, вторая форма, как ты мне не нравишься. Как ты мне не нравишься. Так, 10 уровень. Ну вот и цвета не такие веселые. Правильно ведь? А, дракон красный, потому что у меня огонек. Может быть серый, зеленый, синий. Серо-буро-малиновый в крапинку. Неплохо было бы, чтобы он мог быть таким, и чтобы у него еще все оружия были при этом. Но, к сожалению... Ну, это чит. Так, вот эта штука меня раздражает. Как вот этот враг. Видели, как я вылез? Потому что я знал, что нужно вот так вылезти. Я убиваю врага хоть как-то быстро, потому что я встаю так, чтобы дамажить его двумя оружиями. То есть я стою прямо перед ним. Так, вот сейчас неприятное место. Блин, я застрял, видимо, в... Я, видимо, застрял в... Да, вот этой что... штуки. Я не ожидал. Дурацкое место. Ну,
дурацкая. Мало того, что она дурацкая, она еще и очень дурацкая. Так, тебя надо убить как-нибудь по-быстрому. И осталось 3 уровня, включая этот. Да, ну это 3 таких уровня. 3 таких уровня, бред. Но. Вижу. Эй, зацепись. Это 3 таких адских уровня. И это 3 уровня, с которых я еще и взял. Позволяю себе взять не то оружие. По ошибке. Бывает. Фух. А вот сейчас не фух. Я говорил, что я это место как-то криво проходил. Сейчас мне придется снова изобретать этот кривой метод прохождения этого места. Хотя, возможно, если бы у меня... Блин, вот... Вот что мне не нравится, что дракон вот от лишнего нажатия, в таком случае, когда с него слезаешь, может улететь очень-очень далеко. Mm-hmm. Это мне вообще не нравится. Вот как сейчас, например. Вот куда ты улетел? Откуда? Что сейчас вообще было? Он обещал вернуться. Что сейчас дракон сделал? Как он вообще додумался до такого действия? Очень внимательно следим за всеми пульками, чтобы правильно их отменять драконьим туловищем. Так, сейчас, возможно, мне хватит огневой мощи, если мое чешущееся ухо меня не затроллит. Оно меня троллит. Блин, тут босс отвратительный. Не нравится, что нужно проходить этот чекпоинт вместе с боссом. Босс ужасный. Ой, босс. Я тебя обожаю. Чёртовы пауки. Нет, вот этот ублюдок меня раздражает. Он, во-первых, не домашний хвостом. А во-вторых, он не хочет ползти на эту сторону. Кто? Кто меня задел? Кто меня задел? Там чуть снизу, в общем, как там... Нога его, что ли? Нет, одна шняга, короче говоря, почему-то не задамажилась. Блин, это очень плохо. Да, не здорово. Это очень плохо. Да, в одном месте затупил хвост не поставил сразу наверх. Блин, бывает. Что делать? Короче, Кол пишет, что босс мерзкий, он телепортируется с одной стены на другую без анимации. Да. А без турбокнопки вы прикиньте, насколько он еще более мерзкий. Да, серьезно. Турбокнопка хоть что-то облегчает. Это как бы да. После игры Сай Батлер все противники турбокнопок идут подходить Сай Батлер без турбокнопок, что невозможно теоретически. Рассказывают мне.
босс. Сукный ублюдок. Меня раздражает, что этот босс не хочет лететь здесь, куда надо. Угу. Ходит по правой половине. По левой. По левой, да. Он меня вообще тайм-аутом как-то сдох в тот раз. Босс, совесть поимей. Не, это сволочь бессовестная. Да. Видимо, эти боссы все-таки тайм-аутятся. Вот турбо-кнопок, он кол пишет, нет, я не пойду проходить сей батлер. Как? Но ты не орешь, что все обязаны играть без турбо-кнопок. Этот ужас. Это ужас. Это просто ужас. Это просто ужаснейший чекпоинт. Я бы сказал, топ-2 самых ужасных чекпоинта в игре. Но они стали значительно быстрее и жирнее. Они стали жирнее, да, и быстрее. Ты насчет быстрее не уверен, но... Не, по-моему, побыстрее все-таки чуть-чуть. Они точно стали жирнее, и это главное. Так, надо правильно вас раздергать. Неужели правильно раздергал даже? Бывает же. Теперь надо дожить до второго чекпоинта, это самое важное. Потому что можно этого не сделать. Потому что можно этого не сделать, потому что я забыл! Так, теперь осталось только дожить. Тут нельзя ничего разрушать, короче. А я разрушил. Нельзя ничего разрушать, а я разрушил. Понимаете, в чем дело? Но до чекпоинта я дожил, к счастью. Нельзя разрушить вот это, потому что там дракон. А ну, отвалите. Умрите. Да умрите, я сказал. Блин, я сразу выбил босса, это плохо. Потому что я его не сразу выбил. О, этот босс. На первом-то круге он довольно легко облетался. Но на втором круге он облетаться довольно легко не будет. Смотри, как он быстро полетел. Блин, я не попал в ритм. Угу. Я его не дамажу даже. Немножко совсем. Просто. Просто. Блин, я не могу попасть в босс, меня это напрягает. Как я сейчас выжил случайно?
Челюсть, отвались, пожалуйста. О, челюсть одна отвалилась. Блин, опять я не попал в босса. Угу. Сейчас тайм-аут, он не сдохнет. Очень эпично. Ну что? Самый отвратительный чекпоинт по версиям Кола. Возможно, без турбокнопок он действительно самый отвратительный. Но тут хотя бы запомнить можно много чего. Следующий чекпоинт. Да, и на этом чекпоинте хотя бы босса убивать не надо. А вот на следующем убивать босса как раз таки надо. Страшно. Но этот чекпоинт, безусловно, тоже один из самых лучших в игре. Сейчас важно, только не сдохнут. Эй, тролль, не тролль! Слоупок. Надо быстрее все делать. Меня затроллил просто ублюдок. Пусть Раевский ради повышения квалификации на ферстране проходит. Это же так. На ферстране не проходит. Так все в курсе? На ферстране без турбокнопок еще. Чтобы говорить, как было, чтобы кнопки зла. Так, что я сделал не так сейчас? Блин, как здесь все очень быстро нужно делать. Мемрайзинг, мемрайзинг. Мемрайзинг еще если не в тот пиксель вставать. Все еще хуже будет. Да ну ё-моё, ну что за... Третий-то раз, надеюсь, проходить не надо. Не. Тогда тащи. Ё-моё. Нет. Бля, какая тупая смерть. Чуть-чуть. Там уже близко чекпоинт был. Ничего делать. Эй, Дракоша, не тупи. Так, что сейчас будет? Вот это стая идиотов. Стая зеленых идиотов. Стая оранжевых идиотов. Серый идиот.
Второй серый идиот. Оранжевый идиот. Зеленый идиот. Обязательно надо вот эту штуку вынести, иначе будет жопа. Вот обязательно нужно вот этих идиотов вынести. Обязательно вот это сделать надо. Обязательно не нарваться на этого идиота. Обязательно нарваться на эту пулю. Блин. Да, чекпоинт убогий. Ну, все равно следующий сложнее, я считаю, потому что... Тут хотя бы меморайзинг есть, а на следующем меморайзинг тоже есть, но он там меньше помогает, чем тут. Хотя, безусловно. Да не, короче, оба чекпоинта сложные, нас просто на том еще босса надо убивать. Вот в чем дело. На том нужно еще убивать босса. На этом просто дожить до следующего чекпоинта. Согласитесь, это все-таки сильное убеждение. Сильно сложнее, что надо убивать босса. Босс, конечно... Босс тут, конечно, это... Что-то с чем-то и то же самое, что я сейчас делаю. Что я начал, блин, какую-то херню делать? Лезу вперед паровоза. Ты это Кент? Кент, ты если еще в конфу добавлен. Он в конфе. КГ. Поскольку враг должен был оттолкнуться. В общем, это в любом случае сколько-то жизней страданий. Уже хорошо, что я не остальные места быстро все прошел. И вот это место, мне кажется, тоже обнаруживает. Так, пачка идиотов. Еще идиот. Пачка идиотов. Еще идиот. Обязательно убиваем этого дегенерата. Обязательно не нарываемся на этого. И вот здесь нам нужно, чтобы нам повезло. Здесь нам нужно, чтобы нам все исполнилось грамотно. Фух, чекпоинт. Самый худший чекпоинт в игре. Так, Вектор пишет, вообще, если так подумать, то делать в игре отсутствие турбокнопки это неправильно. Когда мы стреляем с автомата, скажем, мы ведь не долбим по курку, так ведь? Мы поставили режим стрельбы в очередь и, зажав, удерживаем стреляем. Ну, да. Так, вот это просто адский дерьмовый чекпоинт. У меня еще и плохо он сгенерился. Так, первая половина пройдена. Сейчас важно попасть с таймингом. Где там первая идиотина вот тут? Там вторая идиотина. Вторая идиотина меня сейчас затроллит. Нет, не затроллила. А третья идиотина. Там не супер. А вот он. Третья идиотина, мне аж страшно стало. Так. Только я убиваю одного дракона, появляется следующий. Так что убивать драконов не самая лучшая тактика. Самая лучшая тактика это... Убить одного дракона правильно. Ну, короче, правильно их убить и встать сверху. К
Кен, что ты под кинцом подразумеваешь? Вот это меня бесит. Видели, шар от чужого дракона отскочил от моего хвоста и убил меня. Так, а если того верхнего не убивать? Это чекпоинт полный дерьмо. А если просто так сделать, то будет то, что меня еще больше бесит. Это как, когда чужой дракон начинает хвостом орудовать. Нет, ну это на неделе только если. Точно не выходные. Замечательно, я еще и не взял. Прятался. Привет. Я не взял сраный поворот. Замечательно. Кибер задержку стал больше выдавать. Как это ты делил? Ну потому что ты когда уже про поворот говорил. Я поздно про него сказал, очень поздно. Последняя дура осталась. Босс. Привет, Ризыч. Здоров. Ризыч, привет, да. Ох уж этот босс. Этого босса очень сложно попасть. Угу. Же в этот шарик надо попасть, да? Да. Когда он вылезает. Ужасный босс. Печаль. Я в прошлый раз убил его, когда 4 секунды оставалось. Вот меня бесит вот этот дракон с драконом. Коллизии кривейшие. Надо как-то придумать, что тут делать. Что делать непонятно. Разумеется, невозможно было от этой пули уклониться никак. Ладно. У вас босс на самом деле был почти убит. Ну ладно, не почти убит, был хоть как-то убит. То есть как-то побит. Да, по-моему, муж не очень много оставалось. Ой, вот не знаю. Но... Блин, меня раздражает. Вот это место меня просто вымораживает. Даже больше, чем следующее. Что-то реально что-то непонятное нужно делать. А если вот так? Да! Раздражает меня это, когда хрень, которая должна от меня отскакивать, от меня не отскакивает, потому что она появилась внутри меня.
Причем тут сейчас босса дамажить нельзя, чем я больше всего добиваю. А почему? Просто нельзя его сейчас дамажить. А убить можно? Ну, потом. Нет, я понял, в смысле сейчас. Нельзя, нельзя. Я же говорю, дамажить нельзя. А, блин. Нельзя дамажить, вред, как можно убить. Не-не-не, я думал, что дамажить нельзя, потому что будет косяк, вот так вот. Я в этом ключе почему-то подумал. Помнится, был... Единственная игра Atari, где есть подобный косяк, это Holy Diver. Помнится, был какой-то косяк, я помню, в игре, когда босса реально, то есть босс тебя что-то преследовал, и тебе нельзя его было дамажить, потому что если ты его задамажишь... Как страшно тут что-либо делать. Ага. Если ты босса задамажишь во время этого, ты завалишь, в общем. И тебе нужно терпеть его, чтобы до определенного момента. Это жопа. Блин, это босс. Была бы эта игра на Сегу, этот босс точно был бы у богатства. Он, конечно, не самый сложный. Но неприятный, это мягко. Блин. Да, неприятно, это мягко. Да, и с это, со стоковым оружием. А, тут без разницы. Хотя, да, в общем. А если были ракетки? О, босс почти сдох. Он начал быстро прятаться, видели? Угу. К сожалению, меня от одной смерти всегда отделяет одно попадание. Да. Есть! Красава! Затащено. И не рейджил. Да Никитос попросил не рейджить. Да? Его глушит? Да он потом расскажет. Было будет интересно. Смотрим ту же самую концовку. Иногда-то можно, Никитос. Че, типа, дракон с собой типа пожертвовал и это. Да, убил все поколение драконов. Все, вот best ending, thank you. И концовка полная. Все, полная концовка. Thank you. Игра заканчивается на титульный экран. Ну короче, с турбо кнопкой это можно даже, в принципе. Не знаю, с турбокнопкой... А вдвоем это легче? Тут, скорее всего, по очереди. Тогда смысл писать два игрока? Давайте проверим. Короче, без турбокнопки это 6 из 10, не 5, потому что проходится с конта. Мы знаем, есть мамразник шмапы, который с конта не проходится. Угу. С турбокнопкой можно, в принципе, 7 из 10 поставить, я думаю. С турбокнопкой все-таки гораздо легче много мест. Ну, хоть геймплей. И игра все-таки слишком оригинальная. Геймплей действительно весьма интересен. Амкол написал, тебе, кстати, на этот раз очки умножили в 5 раз. Тогда умножили в 2 раза. Интересно, от чего это зависит. Так, ну смотри. А, плеер один рейди. Ну все понятно уже. Угу. Чушь какая-то получается. Просто типа, соревноваться. Ладно, все, спасибо всем за просмотр. Сейчас будет Кент со страйдером аркадным. Никуда не уходите.